Впереди нас ждут последние три финала на этом первенстве Европы, которые начнутся в скором времени. Так, все вы прекрасно видели, дорогие друзья. Весовая категория свыше 80 килограммов. И Анна Балашова из России становится чемпионкой в этой весовой категории в связи с тем, что ее соперница Светлана Еромко из Украины получила травму и не смогла выйти на финальный поединок. И таким образом Анна Балашова в прошлом году была бронзовой призеркой, а в этом году уже улучшила свой прошлогодний результат. Молодец. Вот так бескровно досталась нам победа в этой весовой категории. Мы вызываем финалистов. И супер тяжелая весовая категория свыше 100 килограммов. Мужчины объявляют спортсменов по залу. И после того, как это сделают организаторы, объявим их и мы. Один из тех редких случаев, когда в финале нет россиянина. Да, к нашему великому сожалению, не смог попасть в финал Максим Ширяев. Проиграл он в полуфинальной встрече именно вот Матревели Надару, грузинскому спортсмену. И, конечно же, очень расстроил тем самым не только россиян, но и москвичей. За него болел весь зал, поддерживал. Но, к сожалению, Максим завоевал бронзовую медаль. Ну, выглядел достойно, хорошую встречу провел. И очень убедительно, молодец. Так, в красной форме будет бороться грузинский спортсмен Надар Митревелли. А в синей форме белорус Александр Ваховяк. Грузия. Грузинский спортсмен хорошо очень бросает захватом пояса. Вот он что сразу же хотел сделать. Смотрите, вроде тяжеловес, а активно очень началась встреча. Но надо сказать, что грузинский спортсмен, вы сами видите, он, наверное, килограмма 102-103 весит. Небольшой у него вес. Стройный очень спортсмен, мощный такой. Ну и Ваковяк тоже, надо сказать, без лишнего веса, если можно выразить так о тяжеловесе. Да, часто мы видим, что 120-130 килограммов весят спортсмены в супертяжелых весовых категориях. Это не тот случай. И вес, значит, далеко не все. Играет, конечно, роль, особенно в борьбе. Но в финале два человека, которые немногим превышают 100-килограммовый рубеж. Ну, вот здесь интересно будет складываться борьба. В росте превосходит белорусский спортсмен своего соперника. И сможет ли грузинский вот разорвать эту дистанцию, пройти. Вот посмотрите, какой опасный. О, хороший подхват такой, по две ноги демонстрировал нам сейчас Лукавя. Ну, сорвался у него захват. Если бы вот не сорвался, то был реальный шанс у Надара Митревелли улететь. Очень такой резкий вход был, такой достаточно быстрый, неожиданный. Но это вот как раз и есть. Вот грузинский спортсмен теперь атакует. Как раз и есть воспользование дистанции. Вот держит Ваковяк, держит на дистанции своего соперника. Потом неожиданно сократит просто ее и сделает подворот. Молодец, грамотно использует рычаги свои. Ну, такой элемент контроля, можно сказать. Кто фиксирует дистанцию, тот и заказывает приемы. В общем, да, диктует в целом встречу. Полторы минуты встречи позади, и сложно сказать, кто из спортсменов активнее.
были попытки с обеих сторон. Ну, более опасные, возможно, все-таки у Луковяха были. Вышли сейчас спортсмены за пределы ковра, и схватка была остановлена. Продолжается она вновь, и две минуты уже отборолись соперники. Бронзовый призер наших соревнований, пожалуйста, пройдите на построение. Весовая категория свыше 80 килограммов, пожалуйста, пройдите. Выжидают оба спортсмена, не спешит Митревелли, допустим, сокращать дистанцию, тоже решил подождать, отдохнуть. Выжидают. Ну, тяжеловес есть тяжеловес, им свойственно немножечко. Степенная, скажем так, борьба. Обязательно вот такие остановки, лирические отступления, что называется. Вот. Ну, вот сейчас опасная подсечка была со стороны Луковяха. И, конечно же, замечание было объявлено грузинскому спортсмену. И очередная... Вот подсечка, вновь очередная подсечка. Опять достаточно опасно. Даже балл вот оценивает бригада судей. Только хотел я сказать, что очередная пауза, и вдруг произошла очередная подсечка. Да, Алексей Борисович Рыбак, город Чебоксары, заслуженный тренер России, судья международной категории. Оценил это действие как балл, и к нему присоединилась вся бригада. Александр Луковяк в четвертьфинальном поединке одолел финского спортсмена Туре Войлу. И в полуфинале встречался он с Анаром Алиевым из Азербайджана. Прошу прощения, в четвертьфинале с Анаром Алиевым, а в полуфинале... Итак, сейчас мы видели результат. Продолжает развивать свое преимущество Александр Луковяк. В общем-то, неплохое достаточно такое... Попытку на проведение броска через спину с захватом руки под плечо продемонстрировал Александр. И в полуфинальном поединке одолел Александр Дениса Балана из Молдавии. Тем временем очередное совещание у нас. Судьи смотрят они повтор. Вновь показывают на большом экране видеоповтор. Очень интересно. Мне кажется, это должно стать традицией в борьбе самбо. Разбирать видеоповторы прилюдно, чтобы все видели, что это все-таки балл или его отсутствие. Вот тут действительно сложно сказать, было ли плечо. Ну и ожесточенная борьба продолжилась. Счет 1-0. Балл решили не давать. Там действительно сложно сказать, коснулся или нет. Скорее, наверное, действительно нет. Низко, но без касания. Остается полторы минуты до завершения встречи. Нодар Митревелли атакует. Ему срочно необходимо сравнивать счет. И вполне возможно, что ему удастся. И как опасно, да. Как посмотрите, два балла. Два балла зарабатывает Нодар Митревелли. Какой опасный подхват в левую сторону он исполнил. И надо сказать, что подхват в основном как раз любят делать те, кто повыше ростом. А посмотрите, здесь Нодар явно уступает в росте и сделал подхват изнутри. Да, это говорит о хорошей технике этого спортсмена. Молодец. И обескураженным выглядел Александр Луковяк. Не вставал он даже какое-то время с ковра. Только что было преимущество. И вот уже теперь в роли догоняющего белорус. Минута борьбы впереди. Догонит, не догонит. Грузин танцует. Да. Он уже празднует победу. Это лезгинка, на самом деле, можно угадать. Грузинский танец. Да. Пока еще рано. Хорошо, очень устойчивая позиция. Не упал в партер за своим соперником, остался в стойке. Александр Луковяк тяжело встает с ковра. Да, подустал. Тут уж очень много сил нужно сейчас вот вложить. А сил вот видно, что не очень много осталось. И прекрасно физически готов Нодар Митревелли. Несмотря на то, что соперник тяжелее, массивнее, к концу схватки грузинского спортсмена осталось больше сил.
Последние секунды встречи. Да, уже неуверенно идет вперед. Луковяк вроде как надо идти вперед, но он сам не уверен, будет ли чего-то, да. Ну что ж, мы можем сказать, что на сегодняшний день победа в командном зачете достается сборной команде России. Абсолютно верно. А в этой встрече побеждает Нодар Митривелли. Поздравляем его со званием чемпиона Европы. И с серебром поздравляем Александра Вахлюбяка из Беларуси. Максима Ширяева с бронзовой медалью. Ну, нам приятно осознавать, что Макс проиграл все-таки чемпиону лучшему. И завершает этот турнир финальная встреча весовой категории до 90 килограммов. Султан Алиев из России встретится с Каменом Георгиевым из Болгарии. Судьи международной категории Феликс Янкаускас, Литва. Джабир Измаилов, Азербайджан. И Тарков Аванесян, Франция. Final works in combat samba, 19 kilos. Султан Алиев, Россия. Сейчас вы видите на экранах как раз болгарского спортсмена. Будет он биться в синей форме, а в красном Султан Алиев, мастер спорта международного класса, чемпион Европы 2009 года, представляет Республику Дагестан. Хорошие схватки показал в дневной части. Алиев молодец, уже так чисто отбился. В красной форме Султан Алиев, Россия. В синей форме Камен Георгиев, Болгария. Султан Алиев, red jacket, Russia. Камен Георгиев, blue jacket, Болгария. Начинается встреча. В четвертьфинале Камен Георгиев одолел Александра Коломийца из Украины. В полуфинале победил Алана Богусовского из Словакии. Российский спортсмен в четвертьфинале прошел одного из немногочисленных, а возможно даже единственного представителя Кипра на этом турнире, Кристинаса Ставридиса. А в полуфинальной схватке ему противостоял Себастьян Лейбе из Франции. И сейчас финальная встреча. И вот эта вот встреча, на самом деле, запомнилась. Встреча дня, можно сказать, была, наверное, так. В общем-то, очень эмоциональная встреча была. Французский спортсмен, на самом деле, очень хорошо готов. Вот. На прошлом чемпионате, если мне не изменяет память, он был бронзовым призером. И надо сказать, что он вел даже у российского спортсмена. И только лишь в конце встречи удалось Алиеву переломить ход, сделать бросок и, в общем-то, выиграть. Очень тяжелая встреча была. Осторожно начали противники. Вот уже больше минуты и практически никаких не предпринимается действий. И мы видим, как болгарский спортсмен. Ну, вот это хорошее выведение из равновесия. Да, выведение из равновесия. Тут же преследование в партере, фиксация, удержание. Не получает Султан Алиев баллов за то, как была переведена борьба в партер. Но сейчас удержание, возможность заработать 4 балла. Интересно, неужели видеоповтор не захотят посмотреть судьи? На мой взгляд, здесь было уведение из равновесия со стойки. Мы видим на табло. 8, да, все. 8 баллов. А я уж подумал, неужели один я видел? Четыре балла получил Султан Алиев за бросок и 4 балла за удержание. Да. Счет 8-0, но видели мы с вами совсем недавно, как из подобной же разницы, побеждая... Литовский спортсмен сделал болевой прием и очень даже, да, уверенно отыграл 8 баллов обратно. Да, и Валерий Тигиняну терпел поражение. Очень обидное. Поэтому Султан Алиев сейчас должен быть крайне внимателен
и не давать своему сопернику шансов. А Камен Георгиев активизировался, теперь ему уже некуда деваться, он или проиграет, или должен что-то сделать. Ага, хочет побороться Георгиев, да, вот делает попытку, признаться, неизвестно чего, то ли рычаг колена со стойки сделать, то ли все-таки вот как-то скрутить вот так вперед своего соперника, или подхват, или подножку сделать. Три минуты почти уже позади. 8-0 россиянин лидирует. Румен Дмитриев болгарскому спортсмену секундирует. Уже легендарный, если не изменять память, 5- или 6-кратный чемпион мира именно по боевому самбо. О, посмотрите, какой интересный эпизод. Продолжает болгарский спортсмен выполнять рычаг колена. Такая тоже, на мой взгляд, спорная ситуация. Давать ли оценку? Не давать. Почему? Потому что спортсмен в синей форме находился, в общем-то, уже в партере. И там был, конечно, небольшой, вот этот, вы видите, отрыв. Был отрыв. Но в данном случае, когда производится бросок из партера, то при таких бросках нужно поднять выше пояса своего соперника. Тут, конечно же, выше пояса поднятия не было. Это был такой переворот над землей низко, поэтому без оценки. Размашисто бьет Камен Георгиев. И терять очень... нечего, да, хорошо так. Да, и у него такая очень своеобразная стойка, сутула ее можно назвать. Сильно вперед корпус подает болгарский спортсмен. Немножечко нестандартно выглядит, да, так неказисто. Но очень опасно. Уже в финале чемпионата Европы, извините. Ну, часто так и бывает, что как раз вот внешняя неказистость доставляет очень много неудобств проблем соперника, да, конечно. Они же привыкли к таким вот однотипным людям. А тут вот такой раз, нестандарт. Надо привыкнуть. Вот здесь, видите. У боксеров тоже так часто бывает. Хотя начало движения как будто бы со стойки было. Ну-ка вот еще бы начало прям посмотреть движение. Да, в общем-то стойка. Можно было бы и 4 балла давать. Интересный момент. Ну вот так на семинаре бы разобрать, что бы сказали судьи. С большим опытом. Может быть, и не надо было оценку давать. Хорошо, поднырнул под руку Алиев, ну вот. Мужчины, призеры наших соревнований. Тяжелые бросить не удалось. Горе, пожалуйста, пройдите на построение. Тем временем остается 30 секунд до окончания этого поединка. И Султан Алиев получает еще один балл. Теперь надежда у болгарина только на болевой прием или чистую победу. Ну как бросился вперед. Камен Георгиев сейчас, да, попытался отыграться. Конечно, молодец. Все силы прикладывают. Это делает ему большую честь. 14 секунд отделяют Султана Алиева от золота чемпионата Европы. Так, коленом вперед идет Камен Георгиев. Уже совершенно он не думает о защите. А россиянин получает очередной балл. Аккуратненько зарабатывает, да, зарабатывает. И время встречи. Поздравляем Султана Алиева. Он чемпион Европы. А Камен Георгиев обладатель серебряной медали. Это была заключительная финальная встреча. Третьего дня соревнований и всего чемпионата Европы. Блестяще выступили российские спортсмены. Итоги мы подведем чуть позже. Еще несколько раз нам предстоит послушать гимн Российской России, Федерации. Да. Сейчас пройдет церемония приятная для спортсменов награждения. И потом подведем уже итоги, посчитаем награды. И будем потихонечку прощаться. Никуда не уходите. Thank you.
Yeah.
Thank you.
руководитель Департамента физической культуры и спорта города Москвы Алексей Олегович Воробьев. The floor is given to Алексей Воробьев, head of the Moscow Physical Education and Sports Department. Дорогие москвичи, гости столицы, участники соревнований, ветераны спорта, разрешите мне поблагодарить всех за очень яркий и красочный проведенный чемпионат Европы и объявить, что чемпионат Европы по самбо в городе Москве объявляется закрытым. Dear Moscovites and participants of the championship, I'm glad to say that our championship is closed. Дамы и господа, мы прощаемся с вами. Желаем спортсменам новых побед и до новых встреч в Москве. Ladies and gentlemen, we say farewell to all of you and wish sportsmen future victories and until next meetings in Moscow.